У нас гостях бізнесмен Артем Лукашев. Вітаю вас. Дякую, що зранку ви з нами. Отже, завітали до Миколаєва для того, щоб провести бізнес-тренінги із нашою молоддю. Де були, де встигли, що побачити? И что рассказать? Доброе утро, да, еще раз. Ну, на самом деле, это не совсем были бизнес-тренинги. Наша компания «Мирта» 2 месяца назад мы организовали программу стажировки студентов в нашей компании. Сейчас у нас происходит отбор студентов. Мы ездим по городам Украины, выступаем перед студентами с целью мотивировать их, говорить о том, что бизнес в Украине делать классно, круто, интересно. Если вы не видите себя предпринимателем пока что, то и работа здесь неплохо, да, для помогать развивать молодые компании. Вот, не стоит обязательно смотреть за пределы Украины. Если вы не живете в Киеве, не стоит обязательно смотреть за пределы своего города. Предпринимательство даже в регионах, да, ну, регионы относительно Киева, я имею в виду, да, но даже в таких больших городах, как Николаев, оно может жить, развиваться, и все зависит лишь от вашего желания. А по поводу студентов, что их, как их завлекаете, и что за стажировка, что за условия стажировки? Мы открыли стажировку в компании, то есть суть стажировки очень простая, то есть ребята, кто заинтересован, отправляют эссе на тему, почему бы я хотел работать в вашей компании. Мы проводим отбор первичный, потом будет второй отбор, собеседование. Дальше есть шанс у ребят быть приглашенным в нашу компанию для стажировки. Компания находится в Киеве, главный офис в Киеве находится. Единственное, что мы не делаем, это мы не оплачиваем проживание. Этот такой челлендж нужно будет решить ребятам самостоятельно, да. Но мы предоставляем условия. Наша компания, по большому счету, на сегодняшний день может предоставить любой спектр вот, ну, в сфере бизнеса, да. Будь то логистика, импорт, финансы, экономика, бухгалтерия, продажи, маркетинг, дизайн то есть и так далее. Спектр тех профессий, куда они могут себя, в которых они могут себя попробовать, очень широк. Абсолютно. Вы отсматриваете какое-то равное количество с каждой области, с каждого города или нет? Такой это вчера был такой вопрос от декана факультета, то есть какой там у вас план по области? Да-да-да, но вот почему же я и спрашиваю, потому что по разным областям? Да нет никакого плана, слушайте, мы отбираем талантливых ребят, ну не просто талантливых, да, а тех, кто реально хочет что-то делать, да. То есть у нас задача, чтобы то есть человек сделал первый шаг, написал эссе, да, ну то есть это уже работа для студента особенно, да, там написать эссе, написать, почему я хочу быть в Мирте, да, почему я вижу Украину развивающейся страной, почему я верю в то, что бизнес и предпринимательство в Украине это круто, да, это уже, ну, некое усилие, которое человек прилагает и уже говорит о том, что он действительно что-то хочет делать, ну, в Украине, неважно на самом деле, что-то хочет делать, вот. И дальше уже мы будем выбирать среди лучших. Может быть, это будут все из Николаева, может, никого не будет из Николаева. Уж я не знаю, да, я надеюсь, что будет. Потому что вчера был очень большой интерес. На самом деле, у нас было два выступления, и они абсолютно по-разному сложились. Вот во втором педагогическом институте, да, то есть у нас, ну, такой был, было очень много людей, была такая очень живая дискуссия, и, ну, вы народ зацепили возможностью работать. Вы знаете, может быть, с одной стороны, но с другой стороны, мне кажется, зацепил тем, что, ну, я пропагандирую все-таки позитивный взгляд на вещи, да, я оптимист, я, несмотря на все те стоны, которые происходят вокруг, что в Украине все плохо и так далее. Я заметил ваш оптимизм по фразе «вести бизнес в Украине – это круто». Так и есть на самом деле, вести бизнес в Украине гораздо прибыльнее, чем вести бизнес в Европе или в Штатах. Конкуренции в нашей стране нету, ее очень мало. То есть, и поэтому и нам, украинцам, грех этим не пользоваться сейчас. Потому что отовсюду извне, да, то есть как бы полно инвесторов иностранных, которые очень хотят инвестировать сюда деньги, заходить сюда своими компаниями, да. Есть определенные факторы, пока кого-то из них это сдерживает, да, кто-то входит уже. Вот, но нам надо этим пользоваться. То есть у нас есть какие-нибудь, может быть, 5-10 лет такого, ну, реально экономического бума, взрыва, который будет происходить в ближайшее время, по-другому не будет. То есть и вот самое время. А по поводу студентов, самый, может, есть запоминающий вопрос, вот как, например, с деканом вопрос, который вот запал в голову, может, что-то из студентов, кто-то так запомнился, и хотелось бы, чтобы именно этот человек написал эссе и, соответственно, был в вашей компании. Вы знаете, вот конкретных вопросов не запомнилось, вот были и в одной, и в другой аудитории были ребята, которые вот последовательно задавали вопросы, то есть исходя из какой-то своей логики. Там, а вот скажите, как вы начинали, да, что происходило потом, а вот вы сталкивались с тем-то и тем-то, а какой продукт, как создать идеальный продукт, там, уникальный продукт, да, а как
потом его продвинуть. И вот эти вопросы там от, ну, от каждого какого-то отдельного человека поступали. И понимаю, что как бы, ну, вот человек действительно думает об этом, он в этом, ну, как минимум, уже разбирается, да, и он понимает, то есть он логику процессов понимает, но ему интересны там, ну, люди практики, да, то есть, чтобы получить какие-то ценные советы. Это круто, на самом деле. Вот. Ну, вот так. Сама стажировка, сколько будет она по времени, и есть ли потом шанс уже стать вашим полноценным сотрудником? Да, конечно, шансы есть, безусловно. По времени мы думаем, что где-то, может быть, до там, 4, может быть, 6 месяцев она будет происходить. Мы посмотрим, на самом деле, как это будет, потому что для нас это тоже новый опыт. Да? Суть этой стажировки, то есть это не просто там, ну, пиар какой-то. Да? На самом деле в нашей компании ну, мы исповедуем такие принципы, что нам нужны всегда свежие люди, свежие идеи. Да? Потому что ну, кто, как не студенты, могут внести там, новую струю. Да? То есть этот процесс... Если... И кто готовы на все. Да, готовы на все. Ну да, наверное, они еще и готовы на все. И это тоже круто на самом деле, да, то есть как бы, но нам всегда нужны свежие идеи, свежие люди, то есть новый взгляд. Потому что, ну, я вчера просто удивился, назовем это так, когда вот мы были... На первом выступлении были ребята, там первый-второй курс, да, вот мне 36 лет, они говорят, а нам там 18, да, по-моему, или что-то такое, там, ну, первый, там, второй курс 19. Слушайте, это уже пропасть колоссальная, да, то есть я такой думаю, блин, да я уже старпер на самом деле. Вот когда приходят такие мысли, да? Да. И вот то, что мы делаем, несмотря на то, что мы там считаем, что мы делаем классные вещи, я все-таки надеюсь, что мы делаем классные вещи, очень в это верю. То есть я понимаю, что вот эти ребята, они могут прийти и сказать, чуваки, да слушайте, надо по-другому, да. Для нас цепляет не вот это, нас цепляет вот такие штуки, давайте это делать. Ну, в этом, наверное, и круть, и в этом, наверное, и заключается то, что еще не старперы, если принимаете другие взгляды, готовы за ними следовать, если в них есть какое-то рациональное зерно. А по поводу вот стажировки поговорили, в каких городах еще смотрели на студентов, я скажу так? Ну, мы начали с Запорожья, моего родного города, причем с моего родного вуза так получилось. Вот, и вот Николаев был второй, так что у нас еще есть время, мы будем... А в планах есть еще какие-то города уже запланированные? То, что... Да, конечно, ну мы будем однозначно тоже и в Киеве, мы будем в Одессе, мы будем в Днепре. Я думаю, что мы проедем и по городам, вот Каменец-Подольский у нас тоже там в планах есть, ну то есть не только областным центром. Вот. Ну, мы формируем. На самом деле, то есть, ну, как бы, здесь нет какой-то такой, знаете, четкой программы, прописанный план, то есть, вот, что мы посетим обязательно в эти даты, эти университеты, да, потому что, ну, честно говоря, не все, да, вот те, куда мы приезжаем, очень классно, все круто происходит, но мы чувствуем, что есть определенное сопротивление от некоторых вузов, да, почему-то вот там преподаватели, не знаю, руководители университетов, они вот как-то оберегают свои вот эти вот, как это, альма-матер, да, называется, вот чтобы никакой там извне предприниматель не пришел и никакой вот той вот вражины не насадил там. Да, бывает всякое, но по поводу вот работы и работ, которые должны прислаться, есть какой-то вот там дедлайн, до которого числа надо там отправить после общения с вами? Кто будет оценивать эти работы? Мы хотим начать приступить к активному отбору с февраля. То есть до февраля есть время отправлять эссе. Да? Это когда вот мы закончим такой первый глобальный, ну, как сказать, первый глобальный, первый такой шаг будет, да, произойдет, этап. Вот. Но это не значит, что мы остановимся на этом. То есть, потому что ну, процесс поиска талантов, он бесконечный. То есть нам люди нужны всегда. Вот, поэтому, то есть, для нас это тоже новое, как я уже сказал, мы обкатаем, мы посмотрим плюсы и минусы, что-то уберем, что-то добавим, и дальше будем действовать, я думаю, что эту программу будем продолжать. Мне вот интересно было бы сделать еще такой небольшой эксперимент в плане вот прямо сейчас. Вот представим, что вы, например, студент, которому вот приехал человек, скажем так, какой-то там Артем Лукашев, и вот что-то там говорит, что-то рассказывает и говорит, напишите эссе. Что бы вы написали? Слушайте, мне очень, ну, как бы сложно себя поставить на место студентов, честно, потому что, ну, мне много есть чего сказать. Отбросив все-таки вот это все. Ну, я хочу, я бы написал, что, окей, я заканчиваю университет, там, через год или два, да, и хотел бы работать в крутой, классной компании, да, то есть, как бы, мечтаю, вот, до встречи с вами мечтал работать над какой-нибудь большой международной компанией, потому что это то-то и то-то, да, то есть, там, но видя ваш энтузиазм, ваши усилия, да,
то есть как бы ваш интерес вообще к курьерскому бизнесу. Мне хочется работать в таких молодых компаниях, развивающихся, как ваша, да. Uh-huh. Я верю в Украину, я верю в то, что Украину ждет светлое будущее, я хочу здесь остаться, я хочу здесь работать, я хочу работать либо в Киеве, либо я хочу работать в Николаеве, да, uh-huh. давайте сформировать, чтобы получить практику в Киеве, допустим, и открыть офис в Николаеве, да. Ну вот что-то в таком духе. То есть... Вот, чего я ждал. По поводу того, что вы же понимаете, что таким образом растите себе конкурентов. Это здоровый подход? Это здоровый подход, это желание конкурентов вырастить? Слушайте, ребята, это круто, потому что конкурентов, ну, нам нужны конкуренты, реально. В Украине нет конкуренции, но поверьте, есть много компаний, вакуум заполняют собой, а конкуренции очень мало в Украине. Это, ну, я много примеров, это понимаю, что много времени, много примеров могу приводить. Вот. Поэтому... Растим конкурентов, это здорово, с удовольствием. Пусть подрастают и пинают нас вперед. Это отлично. А по поводу вот самой практики хотелось бы еще узнать. Это будет практика, которая учебная, то есть когда вот носятся, панькаются или все-таки бросают вот в горячий котел и, ребята, давайте вместе с нами работаем? Да, это скорее будет, ну, не совсем, наверное, будет, может быть, бросают в горячий котел, но точно там не какая-то академическая практика. То есть есть конкретные, короче, есть конкретные задачи, приходи и делай. Тебе, безусловно, помогут, спрашивай. Никто тебя за это, ну, спрашивать с тебя строго за не будет. За спрос в нос не дадут. Да, вначале. Но как бы бери и делай. Вот и все. А по поводу международного рынка, уже все-таки перейду к вашим другим еще интервью, которые читал вот перед нашей встречей, общением в эфире. Говорили о том, что да, все-таки круто работать на украинском рынке. Когда-то ваше старое еще интервью читал о том, что нужно сначала вырасти на украинском рынке, а потом уже идти в другие. В чем вообще и где родилась такая рациональность? Потому что чаще всего люди хотят все и везде. Где вот эта логика? Чем оно порождено? Почему именно так? Какие-то процессы в голове происходят, не знаю, мне сложно описать. Ну, как бы, если серьезно, то, ну, наверное, из каких-то логики процессов. Слушайте, когда я начинал бизнес в 2010 году, я думал, что я, ну, до этого я работал в LG Electronics, там, 7 лет, и вроде бы как на этом рынке, ну, все знал, да. И когда начинал, я думал, ну, как бы круто, я все понимаю, я все знаю, я сейчас такой на лихом коне въеду и всех... победю. Вот. Ну, а потом оказалось, что я, наверное, на тот момент был классный продажник, да, я мог хорошо продавать, но я вообще не был предпринимателем, ну, вот по сути, ну, как, нет, наоборот, по сути, по призванию, скажем так, да, но как для все построить... Для этого не хватало, конечно, еще, вот да? именно этого опыта, да, как организовать именно компанию, как управлять компанией, ну, вообще оказалось, что практически его нету, и мы это все делали, ну, вот на методом пробы и ошибок. И, ну... Вот эти все процессы выстраивались, да, мы за это платили деньгами, там, нашими убытками там, и так далее, да, какими-то потерями, и процесс продолжается на самом деле, да, просто мы пережили там очень, очень серьезный кризис, очень многому научились, очень многое перестроили, это очень круто, что мы его пережили, да, я очень доволен, что у нас этот кризис, ну, для страны понятно, мы сейчас не о политике, но в целом, то есть как бы для любой компании вот такое потрясение именно экономическое, оно реально полезно. Потому что, ну, многие вещи там... Ненужное отбрасывается, нужное приобретается. Совершенно верно. Оптимизируется и так далее, и так далее. То есть, ну, много-много-много вещей происходит, если там есть возможность, ну, у человека как это, способность это все анализировать и принимать правильные решения, то да, то это помогает. Ну что ж, я благодарю вас за интересный разговор. К сожалению, уже подбегает к концу наше время нашего разговора, но такой вопрос. Если кто-то из заинтересованных зрителей, молодых, креативных, у них есть желание поучаствовать вот в этом отборе, что им необходимо сделать? Да, это очень, кстати, хорошо, что вы об этом сказали. Мы не ограничиваемся только студентами, абсолютно. info@mirta.ua либо же заходите на сайт Mirta.ua, там есть информация о стажировке, есть все условия, да, то есть как бы куда написать. Условий на самом деле немного. Пишите, стучитесь просто в двери и говорите, вам откроют. Чуваки, я хочу у вас работать. И мы, да, и мы будем открывать. Спасибо вам большое за интересный разговор. Самое главное, позитивный. Не теряйте этот позитив.